Отдел МВД России по Зайнскому району разыскивает Леонову Лидию Михайловну 2001 года рождения, зарегистрированную в деревне Федотово Зайнского района, учащаяся Верхнечелнинской школы-интернат, которая 12 мая около 13 часов, сказав матери, что поедет в школу, ушла из дома, и местонахождение ее до сих пор неизвестно. Приметы: на вид возраст 15-16 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, лицо овальной формы, волосы длинные, прямые, крашеные в светло русый цвет. Что-либо знающих о местонахождении разыскиваемых просим сообщить по телефону 8 900 327 88 99 или по телефону 70202, дежурную часть.